В Петрозаводске на улице Плеханова появится современный учебно-стрелковый центр, где жители Карелии будут обучать правилам и культуре обращения с оружием. В этом здании разместятся две стрелковые галереи на 20 и 25 метров, зал для пневматической стрельбы, учебные классы и ремонтная мастерская. Подготовительные работы на объекте уже завершены. Отделки и установки оборудования мешает проблема с подведением тепла. Для того, чтобы провести отопление, потребуется выкупить или взять в аренду дополнительный участок земли. Там же разместится еще одна стрелковая галерея на 50 метров. К сожалению, на сегодня уже три запроса. Ответ отрицательный. Первый запрос отрицательный, потому что стоят незаконно установленные гаражи. Это с той стороны здания, соответственно. Потом, ну, другие находятся всегда причины. Была реестровая ошибка, мы ее до сих пор не можем никак убрать. Глава города Владимир Влюбарский подчеркнул, объект имеет серьезную перспективу и однозначно нужен городу. Это интересный проект, мы постараемся его поддержать в меру сил, возможностей. Цивилизованная стрелковая подготовка – это тот сегмент, который на сегодняшний день не заполнен не только в Петрозаводске и в Карелии, но и вообще в целом по северо-западу подобного рода объектов не хватает. По уровню возможностей будущий стрелковый центр должен стать одним из наиболее продвинутых и современных объектов подобного типа на всем северо-западе. Важно, что создание центра может подтолкнуть и подтянуть за собой и детский стрелковый спорт. Регион является охотничьим, а по сути ни одного стрелкового тира нету, где граждане, которые являются владельцами оружия, могут его элементарно пристрелять. Хотим здесь комплексно создать все условия для граждан, которые любят оружие. Будущий тир спроектировала компания, которая занимается строительством таких объектов по всей стране. Планировка выполнена с учетом всех нормативных требований, потому в будущем здесь можно будет проводить соревнования по стрельбе. Виктория Швецова, Александр Борисов, служба новостей.